Привет, Алексей. Привет, Михаил. Очень был рад получить ваше видеосообщение. Когда слушал его, такое было ощущение, что общаюсь с кем-то в скайпе. Вот. Хотя на самом деле это было видео, и поэтому отсылаю вам видеоответ свой. Согласен. В трамвайчике как бы механизм, нельзя сказать, что спрятан, но мы его особо и не прятали на самом деле. Мы работаем в таком стиле, он называется скелетон, мы его называем стимпанк фантазия, когда вот видно всю начинку, это интересно посмотреть, как крутятся шестерни. Да и сказать, что его здесь спрятать, тоже непростая задача, хотя нам удалось вот в крышу сюда спрятать весь вот механизм завода. Но, тем не менее, мы, вот, кстати, платформа есть, в которой тоже есть определенные механизмы, но они спрятаны, да, их уже так не увидеть. Или вот, например, машинка, в данном случае она без кузова еще, но здесь вот под днищем спрятан целый ряд шестерен, которые выводят усилия сюда к колесам. Здесь есть рычаги, назад, нейтралка, вперед, стопор и... Ее можно завести, я немножко подзаведу, и она отправляется, она не отправилась, а чего? А, не получилось. Сейчас еще раз попробую. Да? Побольше? Конструктор автомобиля рекомендует мне побольше завести. Конечно, это... Популярное решение всех проблем. Вот, то есть она уезжает. Тут у нас есть, но зато мы оставили как бы открытым цилиндры. Здесь вот есть кардан, руль, который вращает это все дело. Потому что, ну, неинтересно все это превратить просто в коробочку, закрыть. Интересно, чтобы это все было видно, можно было пощупать, посмотреть. Вот, здесь, конечно, уникальная система. Машинка может и назад ездить. А ну, я просто сам играюсь, не наиграюсь, потому что некоторые штуки я сам разрабатывал, там, этот трамвайчик, например, да, а вот эти штуки уже не я разрабатываю. Очень интересно, конечно, смотреть, как это все рождается. Ага. А, я не довключил задний вход. Ну, попробуем еще разочек. Занятная штуковина, хотя конкретно эта машинка недособрана, она скорее полуразобрана, но все равно было очень-очень приятно получить ваше сообщение. Будет интерес, пишите еще. Просто вы очень круто расписали, как движется трамвайчик вперед-назад, все эти функции. Мы сами так настолько подробно такие видяхи не делали. Вот. Единственный секретик еще остался, что сюда... Если он там плохо ездит, сюда можно положить монетки, он становится тяжелее и спускается по рельсам лучше. Вот для этого, в том числе для этого, здесь этот коробочек есть. Вот такой вот секретик. И всего вам доброго, успехов. Пока.